Результаты борьбы с пьянством и наркоманией в Рязанской области оценят и в рамках профессионального конкурса «Лучший участковый уполномоченный». В 2014 году это будет одним из критериев эффективности работы полицейских. Профессиональные навыки конкурсантов изучат всесторонне. Учтут итоги сдачи нормативов по физической, огневой и специальной теоретической подготовкам. Изучат состояние оперативной обстановки на веренном участке. Проверят, знают ли участковые законы и умеют ли общаться с людьми. К участию в конкурсе допускаются сотрудники полиции, не имеющие дисциплинарных взысканий.